Диалог по Гагаузии. Легенда праздника Хедерлес. Хедерлес является одним из главных весенних праздников у гагаузов и символизирует начало сезона выпаса скота и полевых работ. Ежегодно 6 мая, дабы отдать дань предкам, гагаузы празднуют пробуждение природы. Хедерлес отмечается в день, когда православные христиане празднуют День Святого Георгия. По традиции, этот день начинается с праздничной литургии. В Хедерлес гагаузы проводят ритуал курбан, что означает жертвоприношение. В этот день в жертву приносят домашних животных. По традиции, мясо обязательно необходимо готовить с булгуром. Половину еды раздают беднякам или соседям, а другую часть – членам семьи. Сегодня в Хедерлес устраивают фестивали и народные гуляния. Например, знаменитые конные скачки в Чедерлунге. Диалог по гагаузии.